Це політолог, голову аналітичного центру Донбаський інститут регіональної політики. Пане Енріке, я вас вітаю. Добрий день вам. Так, здравствуйте. Вибори на Донбасі. Як ви вважаєте, чи можуть там відбутися, я маю на увазі ОРДЛО, так, вільні вибори, навіть якщо Російська Федерація виводить свої війська, вільні, демократичні, конституційні? Ну, мені кажется, зараз це риторичні питання, і відповідь на нього однозначно отрицательний. Мені кажется, це навіть на самом деле не тема для розговору, тому що у нас вот любой разговор о Донбассе упирается в выборы, как будто выборы способны там перевернуть ситуацию. Это, безусловно, важная тема, но то, что этой теме непропорционально много внимания уделяется, на мой взгляд, очевидно. Выборы не пройдут в этом году, и я думаю, что и в следующем году они невозможны. Более того, я думаю, что здесь простого решения уже в принципе не существует. И до того момента, когда на неподконтрольных территориях Донбасса пройдут по-настоящему выборы в том виде, в котором мы их понимаем как демократические, пройдет ну, минимум 3-5 лет. Російська Федерація буде підштовхувати Україну до подібного процесу? Їй це потрібно? До таких виборів, про які ви говорите? Ну, я би тут теж не став зациклюватися на Російській Федерації. Тому що, в першу чергу, це потрібно нам. Тому що конфлікт йде на нашій території, гибнуть преимущественно наші люди. Економічні здержки, опять же, несе по більшій частині наше государство. И не существует такой страны, которая заинтересована в урегулировании, политическом урегулировании конфликта на Донбассе так сильно, как Украина. Поэтому меня очень смущает, что в сообщениях, в СМИ, экспертных дискуссиях, даже в массовом сознании мы слишком часто говорим о том, вот, что интересно Франции, Германии, России. Да вообще это не важно. Важно то, что интересно Украине, что нам нужно делать. И в этом плане, я думаю, что это нам нужно подталкивать ситуацию к разрешению. Если уж мы говорим о выборах, то, наверное, нужно начать разговаривать о том, какая может быть модальность этих выборов. Угу. Например, я верю, что можно сделать выборы двумя этапами. Первый этап, когда мы получим какую-то переходную администрацию для того, чтобы вести с ней переговоры, и с четко ограниченными полномочиями и временем действия, а потом уже вторым этапом сделать выборы по более широкому участию, привлечением всех украинских партий уже по полноценному украинскому законодательству. И если вспомнить трехлетнюю повестку, 3-4 года назад, этот план обсуждался. Он приписывается французскому дипломату Пьеру Морелю. Так. И мне очень жаль, что мы перестали вообще говорить об этом. Я вообще перестал слышать эту формулировку «план Мореля». Все упирается в том, что мы либо все, либо ничего. Но в политике так не бывает. Ну, тут, знаєш, питання, якщо Росія забере своїх міньйонів з Криму та Донбасу, тоді ми можемо проводити там і вибори, ми можемо знову повертати туди велику українську політику. Умовно кажучи, якщо український кордон знову стає українським, там на окупованій території, welcome, тоді демократія повертається на ті окуповані території Російською Федерацією. Ну, я б вопрос Криму пока не стал бы обсуждать, потому что все-таки это отдельная тема. Ну, это інше велике питання. Конечно, мы все мечтаем о том, что однажды Крым снова станет украинским, но, к сожалению, я вынужден констатировать, что на этом направлении вообще ничего не происходит. Угу. Хотя я, может быть, не эксперт по крымскому вопросу, я этого не понимаю. Но вот в отношении Донбасса то здесь намного более животрепещущие вопросы. Опять же, я бы хотел, чтобы мы избежали вот этого вот разговора или все, или ничего. То есть мы всегда с вами говорим об идеальном сценарии. Ушла Россия, мы смогли восстановить конституционный и законный порядок, мы получили контроль над границей, но это скорее вот финальная стадия. А перед ней нужно сделать еще шаги 1, 2, 3, чтобы вот все это получилось, все это случилось, и был восстановлен украинский суверенитет над этой территорией. И вот эти предыдущие шаги, которые приведут к возврату контроля над территорией, возврату в лоно Украины неподконтрольных территорий, они будут болезненными, будут требовать компромиссов. И я уже сейчас вижу, что любой политик в Украине, который захочет эти шаги реально притворить в жизнь, а не на уровне декларации, он столкнется с очень жестким сопротивлением людей, которые не хотят ничего. И они скорее прикрываются вот этими вот благостными лозунгами «возврат территории», «возврат людей», «восстановление суверенитета». Они скорее прикрываются, чтобы ничего не делать. Потому что сценарий, при котором Россия просто ушла, сепаратисты просто сложили оружие и просто прекратили сопротивление, контроль над границей был восстановлен, и мы снова вернули легитимное украинское поле. Это фантастический mm-hmm. сценарий. Такого не будет. Нам нужно идти к этому долго и с пониманием стратегического подхода
как ми це плануємо на довгі роки вперед. У випадку, якщо відбудуться все ж таки вибори на окупованій території, нині окуповані території, є вірогідність того, що більшість братимуть власне саме проросійські політики, політики проросійським меседжем з проросійською направленістю. Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я советую посмотреть на результаты выборов 2019 года парламентских на территории всей Украины. У нас какая партия выиграла выборы на территории подконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей, первое место после «Слуги народа» во всех областях Юго-Восточной Украины. Там, в 9 областях ОПЗЖ заняла второе место с огромным результатом. Если с точки зрения многих экспертов можно предположить, что ОПЗЖ – это партия с пророссийским вектором, то этот же вопрос не в Ордло, не подконтрольной территории. Это вопрос вообще, в принципе, в политическом климате Украины. Но по поводу там, неподконтрольных территорий, если уж отвечать на ваш вопрос, то я не уверен, что там большинство возьмут именно пророссийские партии. Я, конечно, не верю ни одному социологическому опросу, который сейчас проводится на территориях Ордло, но сейчас там вот такая очень большая фрагментация по тем данным, которые я получаю, и по открытым, и по закрытым, которые недоступны широким массам опросам, очень большая фрагментация населения. То есть есть местные уже сформировавшиеся какие-то политические силы, я бы назвал их скорее не пророссийскими, а про-ДНР, ЛНРовскими, да, они имеют какой-то небольшой уровень поддержки, там в пределах 10-15%. Есть уровень поддержки определенный у партий украинских, которые имеют, опять же, этот пророссийский вектор. Но большая часть населения пока пребывает в такой, скорее, растерянности. И нам еще предстоит побороться за их предпочтения, за их сердца и умы, как это любят говорить. Угу. Я думаю, что большое очень пространство существует для того, чтобы появилась сильная проукраинская партия, которая сможет выступить таким объединяющим фактором, предложив что-то как жителям неподконтрольной территории Донбасса, так и всей остальной Украине в плане сшивания страны. Вот мне кажется, тоже очень важный процесс, о котором мы должны говорить. А есть ли у нас вообще такая партия, за которую люди будут хотеть проголосовать? Не только в Ордло, а вообще на востоке Украины. Зрозуміло, пане Андрій, я дуже дякую вам, що долучились до нашого ефіру. Андрій...